Так, сегодняшнее видео посмотрим, как перезимовала была сперма. Вот она в кассетах. Мы ее на зиму закидали снегом, так как теплицы неотапливаемые. Ну вот, сейчас уже плюсовые температуры были, снег растаял. Вот мы видим нормальное, хорошее растение в кассетах. Было несколько сортов белоспермы, остались только самые зимостойкие, это Альба и Golden Nugget. Это, кстати, кассеты, тоже после зимовки сейчас оттаявшие вон очиток в кассетах. И вот она же только в горшках, тоже белосперма. Вполне нормально перезимовала, да, есть выпады частичные, но в общем и целом зимовка прошла удачно. Для нее, хотя были достаточно низкие температуры.